Всем привет! Ну что, 6 часов утра. Я с подсадной приехал опять поохотиться. Вот она кричит. Вот она плавает. Ровно неделя прошла с прошлой охоты на подсадную. О. Только что налетал какой-то. О, коршун, коршун. О. Подсадная на него давала сад. Прикольно. Значит, неделя прошла, но утки паром еще были много на прошлой неделе. Посмотрим, что сейчас, но пока ничего не слышно. По старикам всем проедемся, не знаю, может, утки уже должны сесть на яйца, потому что в начале мая обычно у нас выводятся уже утята первые выводки. И уже сегодня у нас, уже у нас сегодня 18 апреля. Сейчас селезни мешают уткам сидеть на яйцах. Иногда видно, что там по три летают за одной уткой. Сейчас вот иду и офигеваю по этому пепелищу. Пойман, вот тут несколько сотен гектар, может даже тысяча. Ну так, навскидку не скажу, выгорело все. Тут везде были, еще запах такой, даже не знаю. Наверное, этот скрудок сгорел, который там стоял. Блин, вот одной спичкой, сколько кладок, маленьких зайчат. Блин, сколько живого, просто одной спичкой кто-то взял и убил. Эти местные, блин, ходят, товарищи, блин, дай им только что-то подпалить, блин. Даже не то, что это какие-то там, блин, дети. Это же взрослые люди делают. Травка желтенькая, камыши. Это там просто старичок. За старичок огонь, видно, не перекинулся. А здесь все выгорело нафиг, блин. Ну вообще даже слов нету, не подобрать. И так повсеместно, пойму поджигают везде, бляха-муха. Мне кажется, это тот чувак делает, который у меня капканы воровал. Две недельки, зелененькая травка красивая появится, все дела. Блин, ну с какими жертвами это все. Когда-то раньше, я помню, в моем детстве здесь вся эта пойма косилась. Люди держали коров, там коней, в деревнях много людей жило. Они там выпаливали локально как-то эту траву. Блин, ну не так, что прям сейчас, когда вокруг сухота просто. Это, таким пожаром это все идет. Ну вот здесь крудок был. Сгорел нафиг. Вот сюда я подсадную в прошлый раз садил. Пойду новое место какое-нибудь искать. Вон косуля сидит. Выжжен на земле. Оп. Наманил я селезня манком, получается. Пацана молчит. Сел он так далековато, ну, от утки.
Ну, явно меня не видел, потому что тут через кусты я его тоже не видел. Я видел, как он пролетел и сел туда, вот туда. Ну, и он посидел буквально там пару секунд, и он отзывался, шваркал, я крякал, и он все-таки прилетел, сел. Ну, блин, я же знал бы, то сразу стрелял бы, что он так будет. Пока тут крякал, короче, не заметил, как утка приплыла, ну, дико к моей. Ну, не близко, но так немножко подплыла. Я тут крякал разными манками, пробовал. Это уже следующие выходные. Мы сегодня с Владом. Влад взял путевку на день. Вот он там пытается расшевелить подсадную, потому что что-то не кричит. Приехали начало 6-го, где-то 10-15 минут 6-го уже начинает светать. Высадили подсадную. Вот сейчас сюда подходили, снялся селезень с уткой. И ну вот они улетели, мы тут высадились где-то минут 10, я кричал в манок, подсадная не работала, ну и они начали где-то тут летать, начали покрякивать, и я чисто манком опустил этого селезня прям подсадной. Подсадная вообще молчала, но вторая уже села на яйца. Многие говорят, что когда утка с селезнем, то селезень, ну, подсадная не наманивает. Ну вот манком наманил селезнь от подсадной. Ну вот и сейчас парка села вот туда, в край самый. Ну, далековато. Да он камыш сломай, камышом. Что нашел? Прям сдалека. О, на выгоревшей земле, как видно. Лосик потерял. Рожек. Красивенький такой. О. Ну, он уже тут давно лежит, тут даже мышка накакала. Второго не видно. Рядом. Как его тут никто не нашел. Вечерний выход. Не брал подсадную, просто чучело кинул. Попробуем с чучелом, что нам покажет это место. Сейчас посидим тут буквально часик до темноты. Тут как бы я пришел, уток согнал. Пару пар. Именно пар почему-то. Взлетай давай!
ему пришлось аж вставать. Был самца, три скунка. Сел прямо возле, напротив штатива сразу. Посидел, потрещал. И прям к чучелу целенаправленно поплыл. Долго не хотел он взлетать, но я аж начал выходить, чтобы его в лед стрельнуть, чтобы, ну, дать шанс ему. А по сидячему как-то не хотелось стрелять. Сейчас еще посидим, я уже практически полностью промок. Ну, было бы прикольно, конечно, если бы там на штативе телефон стоял, но дождь такой идет. Короче, я совсем промок от этого дождя. Три вальшнепа тут протянуло. Ну все, буду собираться завтра утром лучше. Поеду греться, сушиться. Ну, очередное утро в угодьях. Начало 6-го я приехал, уже светло. Ну как, светает. Где-то в 5 часов уже, в принципе, можно стрелять нормально. Солнышко уже вот поднялось. 6:20. Ну, наманил я одного селезня, в принципе, и нормально он так прям четненько заходил, но что-то не понравилось, наверное, то ли меня увидел, то ли подсадная, вот резиновая утка ему не понравилась, ну не знаю, что-то не понравилось, он за спину мне сел, не знаю, там буквально 1.50 м, но я его не видел. Что тут я кричал где-то около часа, и лета никакого не было, хотя странно, в прошлый раз я тут подъезжал, было много уток вот на этом озере, а сейчас и никто не летает, короче. Ну, переедем, посмотрим в другом месте. Ты упал. А, вот ты. Вот он. Вот такой вот трофей. Да, резиновая утка, это, конечно, ну, не подсадная. Чтобы подсадная была, я думаю, что они бы упали бы за милую душу. Сразу. Три штуки селезни. Пролетали вдалеке, я начал так более агрессивно манить. Потом еще один к ним присоединился, их, короче, было три. Несколько кругов они сделали, ну и я уже решил, что надо стрелять в лед, потому что они не к этой резиновому чучелу не подсядут, как бы. Ну и так, в принципе, я отстрелялся неплохо. Надо было и утром тоже так делать, сразу стрелять, но я что-то не сообразил. Видать, эта утка ему не понравилась, этому первому селезню, и он ушел. Ну, в итоге-то мы с трофеем, и это радует. Все-таки даже резиновой женщиной можно соблазнить селезня. Не очень мне нравится эта утка. Темноватая у нее очень окраска. Ну, для сумерек она может и нормальная, но вот сейчас солнечную погоду, я смотрю на нее, ну не слишком она темная для настоящей утки. Я не знаю, это манков или... Ну, поправьте, кто знает, что это точно, что это за утка. Вот такой вот парень, хороший селезен, зеленоголовый такой, красавчик вообще.
сбит красиво в лед, как я люблю. По сидящим не люблю стрелять. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угоде.